Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю старых игр. С вами Сейнт, и сегодня мы поиграем в игру. Наверное, половина из вас эту игру знает, а половина нет. Собственно, Капитал Шоу Поле Чудес, старая игра на еще по системе DOS, сделанная в середине 90-х, если мне не изменяет память. Появились мы, представляем участников. Первый игрок Карлсон, второй Винни-Пух, третий игрок это мы с вами. Давай, Якубович. Спонсор игры, естественно, вы видите, Сникерс. Нам загадывают слово, тема политика. И слово тут загадывается именно так. Для тех, кто из вас не знает, как в этой игре, что тут просто дается тема, а ты, блядь, сиди ебись, угадывай, что он имел в виду. Третий игрок, вращайте барабан. Да, и начинают с третьего игрока, мне это радует. Крутим барабан. Получаем сектор плюс. Замечательно, это, по-моему, означает, что мы можем открыть любую букву. Давайте первую. Опа, потопала мадама. Как смешно она чапает. Бля, она там, по-моему, в стену убилась. А, политика Ф? Подождите, политика Ф? Я не особо силен в политике. Ах ты ж, сука, ебука еще. Все деньги сгорели, переход хода. Политика Ф. Короткое слово из шести букв. И мне первое, что в голову приходит, это федерация, блядь, но федерация слово длинное. И. Браво, есть такая буква. Чё за хуйня, что за финики? А ну если были финики, ты бы еще две буквы И открыл. Якубович, что ты там загадал? Что ты загадал нам? Ю. Блять, ну вряд ли. Это прям редкая буква для политики. Если только у тебя фамилия не Ющенко. Блять. У вас есть какие-то догадки, что это за слово может быть? Если есть, напишите в комментариях, пока мы не отгадали здесь. Потому что у меня прям ноль на массу. Я вообще не понимаю, что это может быть. Третий игрок, вращайте барабан. Давайте. Ну, возьму букву А, потому что она часто встречается. И тут, я уверен, должны быть еще какие-то гласные. У вас 5 очков, назовите букву. А. Браво, есть такая буква, заебись. Ну, буква А часто встречается, это просто, это легко было. Чё, блядь? 5 рублей советских заработали, нихуя себе. Охуеть просто. Просто ебанешься. М. Да, я походу начал догадываться, какое это слово. Ебать ты, конечно, загадал. А такое можно, такое слово говорить-то на первом канале и на ютубе? То я знаю, что некоторые могут и... Некоторых может и пригореть от такого слова. Х2, деньги удваиваются. Назовите букву. Давай. З. Я думаю, вы уже догадались, да, какое слово? Я когда увидел Ф, А, И. И потом букву М. Я понял. Я понял, о чем ты. Вот ты какой? У какой? За 3 буквы премии внесите шкатулки. 3 шкатулки в студию, ебать. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Нихуя ты быстро мешаешь, и так невозможно заметить. Кто у вас мешает шкатулки так ебанут? Сука, нет денег. Увы, шкатулка пуста. Да я знаю, понял, вижу, что пустая. Давай слово назову. Скажу слово. Фашизм. Вы совершенно правы. Ну да, какая буква еще сюда подходит? Фализм, фадизм, рекламная пауза, фахизм, фаруизм. Компьютерная игра «Поле чудес» продается по адресу 10100C, 10000C, Москва, проезд Серова, 11-25. Самых первых покупателей будут приглашены своими семьями на съемки телеигры «Поле чудес». Серьезно, блядь, даже вот так? Я ебу, это что, была типа официальная игра? А,
Представляю участников. Первый игрок Пятачок, это уже полуфинал у нас, если что. Второй игрок ИА, третий игрок вы. Батю Пятачка денег. Начинаем игру «Загадано слово». Культура. Блять, ну тут вообще все что угодно может быть. Культура это и сразу и музыка, и живопись. И архитектура, это что же культура? О, заебись. Сейчас начнем. Сейчас начнем. Сектор плюс, открываем любую букву. А, что это? Д? А, нихуя себе. Д. Давай, кручу барабан. Д. Двадцатка. У меня ноль идей, блядь, пока что. Давайте А опять. Ну, конечно, А есть во многих словах. Особенно длинных. Окей. Что за нахуй это такое? Что за культура? Давай, кручу, кручу. Пока непонятно мне, по крайней мере. Пять. Может, Е? Может, буква Е? Давай. Да, после второй Д, я думаю, она. Нет? Чё за? Блять, чё за слово? Декаденс, блять? Декаденс? Серьезно? Давай слово скажу. Декаденс? Да, нихуя себе! Я ебать, это слово с каких нахуй веков? Хорошо, что я его вспомнил. Вообще, рекламная пауза. Охуеть. Финал. У нас суперфинал. Представляем участников. Первый игрок сова, второй кролик, третий мы. Давай, давай, Якуб. По 70 у каждого рубабасов советских. Или не советских. Но, по-моему, там дедушка Ленин справа. Тема сотрудники отдела номер 8? Что за, блять, отдел номер 8? Ты чё ебанулся, что за темы пошли? Ты чё загадываешь, блять, фашизм, декаденс? Тема номер... Опа, блять, X4 надо брать. Давай А. Браво, блять, заебись, X4, сейчас деньжат. Деньжат получим, дохуярд, дохулиард, деньжат. Ебать. 280 рублей. Кручу барабан. Кручу. 15. Блять. Давай Н. Нет такой буквы. Ну понятно, понятно, что нет. Понятно, блядь, сейчас меня разъебут здесь, классно. Отлично просто. Что за сотрудники отдела номер 8? Что за, блядь, отдел? Че? Да, ще вряд ли будет. Прям сомнительно. Буква Х на барабане, блядь. Нихуя себе. Нихуя себе. Так. Наш ход, правильно? Давайте. Слушайте, я в душе не ебу, что это за отдел номер 8. Давайте как-то на шару что-то придумать. Опа, сектор плюс, блядь. Ай, было бы хорошо. Давайте буква Д. Какое-то звание. Сотрудники. Это звание или это фамилия? Я должен знать фамилию. Какой-то есть известный отдел номер 8, блядь. И типа... Я ебу Али-Бабу. Должен угадать или как? Назовите букву 15... Д! Ты что? Нет такой буквы. Пиздец. Кто-нибудь знает, что за сотрудники отдела номер 8, блядь? Ладно, первый... О, пизда тебе, кролик. Пизда тебе, кролик. Сникерс остался только. Давай, кручу, верчу, запутать хочу, барабан.
20. Так. Может, какой-то К. Какая-то К. Нет такой буквы. Я ебу. Типа, я не знаю. Я вообще не знаю, что это такое. Прям какая-то загадка. Сразу с финала попадаем на какую-то загадочную ситуацию. Ебать, сову жалко. Минус 70 турбобасов. Я бы выиграть хотел, потому что тут, я помню, призы просто великолепные. Я бы хотел показать их вам, но... Блять, если Декаденс я еще вспомнил, то что такое отдел номер 8? Какой нахуй мягкий знак? Куда ты его тут впихнешь? Его только в конец можно было впихнуть, а конец уже занят буквой А. Кручу барабан. Барабан кручу. 10. Так. Давай букву О. Мне кажется, еще одна гласная должна быть. Нет такой буквы. Да ебись ты конем. Охуеть просто. Просто охуеть. Пять очков у совы. Сова, буква F и... Это будет правильно? Тут, блядь, они даже не знают. Обычно компьютер начинает уже после третьих... После трех прогонов вращений уже угадывать. Тут искусственный интеллект в ахуе. 15 очков, назовите букву. Буква Р. Р. Что, есть такая? Нет. Я ебу. Тут букв скоро не останется. Окей. Давайте буква И. Буква И. Пробуем. Тут еще должна быть гласная. Нет такой буквы, вы что, издеваетесь? А какая... Что за хуйня просто? Что за дичь полнейшая? Дуля. Ну это пиздец. Это максимальный пиздец. Двадцаточка. Давай. Буква Л. Браво, есть такая буква, заебись. И что, где она, блядь? Охуеть просто. Это ничего не дает, это ничего не меняет. Это вообще ничего не меняет. Абсолютно. Третий игрок, вращайте барабан. Да, вращаю, вращаю, вращаю. Так это фамилия, блядь, или что? Давай Е. Нет такой буквы! Я думал, может, какое-то баглево. Пиздец. Баклуша какая-то, может. А, нет, буквы К уже нет, буквы К нет. Сектор приз, забирай приз и съебывай. Буква Е. И краткая. Нет такой буквы, походу. Да ну, какая и краткая? Охуеть, мы все буквы почти открыли. Тут уже типа нет-нет, куда ты ткнешь и попадешь. Приз забирай с ёбовой тоже. Буква У. Есть? Есть! Нихуя себе! Какая-то баклуша? Что за слово, пиздец? Так, кроль, давай ты оставишь мне победу. Окей. Буква Ш? Буква Б, блядь? Какую букву нахуй взять? Б, В, Г. Давайте Б. Попробуем. Окей. Нет такой буквы! Да ты что издеваешься? Якубович, что за слово ты нахуй загадал? Это ж пиздец какой-то. Это ж пиздец. Так не делается. Назовите... У вас 5 очков, назовите букву. Буква В. Охуенно.
Павлуша, что ли, блядь? Пиздец, вот это нужно, блядь, знать, понимаете? Вы если этого не знаете, то тут как бы вообще ГГ без шансов. Я такой темы на самом деле вообще не помню. То есть я помню вот тему типа там культура, спорт, география. Мимо. Походу Павлуша, ну судя по буквам, то есть только это слово сюда подходит. Потому что Мавлуши слова нет, Гавлуша слова нет, Завлуша тем более. Блять, кроль, пожалуйста, оставь победку, кроль. Кроль. Я знаю, ты умный. П. Павлуша. Блять, кроль, или оставь победу, или попади на какой-то череп или дулю, пожалуйста. Пожалуйста, кроль. Тут еще супер игра есть для победителя финала. Но я хуй знает, если нам дадут нее сыграть. Да ебаный, блядь, почти докрутил. Почти докрутил! Павлуса? Серьезно? Так, я не буду рисковать крутить барабан, я слово скажу. Значит, Павлуша. Вы совершенно правы. Пиздец! Это не слово, это какой-то ж пиздец. Как можно было это знать? Как можно было знать? Что за, блядь, сотрудники отдела номер 8? Что за номер 8? Что за отдел, блядь, вообще? Рекламная пауза. Ебанись. Вы выиграли в финале и набрали 280 очков. Торговый дом Тусар и Поле Чудес дарит вам шнурки для калош компании Procter & Gamble. За призом обращайтесь по адресу 10000 C, Москва, проезд Серова, 11. На конверте сделайте пометку «Компьютерный приз». Поздравляю, вы выиграли финал. Блять, это, видимо, какая-то другая версия. Я помню, что была еще супер игра, и потом ты на заработанные, короче, рубли покупал там, типа, старую стиральную машину советскую, там мог купить телевизор, какую-то хуйню, там какие-то бигуди, машину мог купить, если у тебя слишком дохуя денег. Блин, обидно. Обидно, что этого нет. Поздравляю, вы выиграли финал. 8 лучших игроков финала. А тут в долларах было, я думал, это в рублях. 7495 у кого-то результат. У нас был 200 с копьем. Ну и ладно, не так уж и обидно. Главное, что угадали этого ебучего агента, сотрудника какой-то хуйни номер 8. Это было странно. Но ладно. Тут написано автор Дима Башуров из Российского федерального ядерного центра. Телефон в Арзамасе такой-то, имейл такой-то. Не знаю, если еще информация актуальна, но вот так вот, в общем. Давайте на этом закончим. Поностальгировали немного. С теми, кто помнит эту игру, те, кто не знал эту игру, я вам показал, во что мы играли в далеком-далеком детстве, в начале 2000-х. А я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и до встречи в следующих играх и других видео.